отмечен сотрудник почетным знаком «Отличник качества» Яна Жанна Петровна. Награду сотрудницы «Азота» вручили во время оперативного совещания. Как призналась Жанна Янкина, новость о присуждении почетного знака для нее стала неожиданностью. До последнего я была в неизвестности. Конечно, это очень приятно и меня восполняют эмоции за то, что ценят как работника. «Отличник качества» – это персональная награда в рамках конкурса программы «100 лучших товаров России». Это не просто почетный знак, но и признание трудовых заслуг сотрудникам. Чтобы победить, нужно соответствовать ряду критериев – осуществлять мероприятия по повышению качества продукции, совершенствовать рабочий процесс, вносить значимый вклад в проекты по снижению дефектности производства продукции, постоянно обеспечивать высокие результаты труда. Оценили, так скажем, наш отдел, да, и в том числе и меня. Это очень приятно для нашего дела. Мы будем стараться и продолжать в том же духе работать, относиться качественно к своей работе и, соответственно, требовать, чтобы с нашего завода уходила только качественная продукция для потребителей. Профессионализм сотрудника играет ключевую роль при производстве любого продукта. Благодаря эффективной социальной и кадровой политике в филиале «Азот» работают высококвалифицированные опытные кадры. Например, Жанна Янкина работает на предприятии с 2008 года. На протяжении всего этого времени принимает активное участие в работе по улучшению качества выпускаемой продукции. Желаем Жанне Петровне не останавливаться на достигнутом и стремиться к тому, чтобы имена специалистов из Березняков ставили в пример специалистам со всей страны.